В Международный день борьбы с наркоманией в спортзале детско-юношеского центра «Лидер» прошел мини-турнир по волейболу среди ребят летних тематических площадок города Нарьян-Мара. Организатором детского спортивного праздника выступил отдел по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому округу. Волейбол – командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях – есть итог коллективных усилий всех членов команды. Основной целью спортивного праздника стала пропаганда здорового образа жизни, а также воспитание у детей антинаркотического мировоззрения. Самое главное направление – это, конечно же, занятие человека, заинтересовать, особенно это несовершеннолетнего, ребенка, чтобы он правильно выбрал тот путь, который ему нужно, чем заниматься, попасть в тот социум, который важен для него. Конечно же, это спорт. Это командная игра, которая сегодня прошла в волейбол, где ребята совместно своими усилиями выиграли, победили, забили голы, которые будут потом в последующем вспоминать в своей жизни. И потом в последующем своим же детям в поколение будут передавать такие же навыки. В честной и открытой борьбе победу в турнире одержала команда «Удар». Второе место у ребят из команды «Зенит». Бронзовыми призерами стали юные волейболисты «Лидера». От ярких баталий на спортивной площадке ребята получили хорошее настроение. И по мнению капитана команды победительницы, в волейболе сила. Мне 11 лет, я уже 5-й год сейчас буду заниматься. Я очень люблю этот спорт, потому что это такие эмоции. Просто я очень люблю просто игры с мячом. За это вот я его люблю. А в семье мама поддерживает тебя? Да, она тоже играла в волейбол. Мини-турнир завершился церемонией награждения. Юным волейболистам команды победителя соревнований вручены дипломы. Остальным участникам – почетные грамоты Управления МВД по Ненецкому автономному округу и сладкие подарки. Нелегкий труд спортивных наставников также был оценен. Хотел бы поблагодарить всех участников. Мы очень доблестно сражались. Есть победители. Нет у нас проигравших. Самое главное, все здоровы, без травм. Вот. Сначала хотелось бы поблагодарить, наверное, тренеров, ваших тренеров и учителей спорта. Это Чупрова Юрия Ивановича. Хлопаем. И также второго тренера, это Алексея. Летний турнир среди команд летних площадок окружной столицы станет теперь традиционным. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».